Кино на ТВ Рус. Что это? Андрей! Очухался. Мама, беда! Где деньги? Мы же сейчас вас всех здесь кончим! Ну нет, у меня больше ничего! Я вас всех порешу! Ты не защитил нас. Ну что я мог сделать? Ты должен был их убить. К сожалению, положение девочки критическое. Мы сделали все, что могли. Вы же хотите, чтобы эти гады были пойманы? Просто вы чувствуете, что опасность еще здесь, она еще не миновала. Я должен их убить. Это страшно. Вы хотите, чтобы я ликвидировал их всех? Всех. Но вы не поняли, я хочу убить их лично, своими руками. Вы лично? Да, найдите их. Михаил Ефремов, Александр Галибин и Олег Леушин в фильме «Месть» в субботу на ТВ Рус.